В обнародованном докладе правозащитной организации Amnesty International говорится, что действия ВКС России в Сирии могут представлять собой военные преступления в связи с большими жертвами среди мирного населения. В Москве этот доклад назвали фальшивкой, которая состоит из штампов и фейков. К тому же в нем не приводится ни одного доказательства. Вот что в этой связи заявил генерал-майор Коношенков. В очередной раз ничего конкретного и ничего нового опубликовано не было. Те же штампы и фейки, которые мы уже неоднократно разоблачали и ранее. В докладе все время используются такие выражения, как предположительно российские авиаудары, возможные нарушения международного права и так далее. То есть сплошные допущения без каких-либо доказательств. Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью отметил доклад Amnesty International о предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права. Однако ООН не может подтвердить случаи, представленные в докладе, заявил представитель генсека Фархан Хак. С 30 сентября российские ВКС по просьбе президента Асада наносят авиаудары по позициям группировок «Исламское государство» и «Джабхат-ан-Нусра». В то же время некоторые критики утверждают, что целями авиаударов часто становятся и силы антиасадовской оппозиции.